зовут Надя. Я отдыхаю в Шарм-эль-Шейхе, в Египте, в отеле Гран Ротана. Здесь все великолепно, спокойствие, тишина. Мы часто ходим с мужем гулять на Амабей. Туристов не так уж много, но для меня странно, почему их нет. Бедуинов мало, для меня это тоже очень большая радость. Поэтому я желаю и приглашаю, как сам турист, приезжать сюда.